Торжественную церемонию открыла министр культуры Московской области Оксана Косарева. Как оказалось, ее семья живет в Одинцово уже в третьем поколении. И сама она очень любит наш город. Находиться здесь сегодня с вами для меня на самом деле очень волнительно, потому что я сегодня не просто буду вручать награды правительству Московской области, я их буду вручать труженикам Одинцовского района, людям, которые трудятся на благо моего любимого города. Потому что я живу в этом городе, уже моя семья здесь живет в третьем поколении, я его очень люблю, и люди, которые делают его лучше, которые делают его красивее, удобнее. Это люди, которые заслуживают самых больших наград. В этом зале присутствуют люди, которые на протяжении многих лет трудятся на благо своего района, Подмосковья и всей России. Именно за усердие и любовь к профессии они удостоены высоких наград. Благодарностью губернатора за большой вклад в социально-экономическое развитие области и высокий профессионализм в работе наградили 12 человек. Сотрудников сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и потребительского рынка. Сотрудники администрации городского поселения Новоивановское заняли первое место в областном конкурсе лучших коллективных договоров по итогам 2017 года в номинации «Организация бюджетной сферы». Большая благодарность сотрудникам нашей профсоюзной организации, которые, благодаря которым эта победа и свершилась. В администрации Новоивановского очень замечательный коллектив. Сотрудники работают уже по много лет, десятилетиями многие сотрудники работают. И, естественно, это их заслуга и награда нашего коллектива. Одинцовская лингвистическая гимназия была также награждена дипломом за участие в областном конкурсе коллективных договоров. И я очень рада сегодня, в этот замечательный солнечный день, поздравить всех вас с удивительным, очень хорошим и добрым праздником. Праздником, который проходит на территории Московской области уже на протяжении многих лет и действительно стал традиционным. Среди награжденных – главный редактор телерадиокомпании «Одинцово» Галина Илларионова. Она удостоена почетного знака Московской областной думы за труды. Такую же награду получили старший оператор Одинцовской теплосети Елена Веневцева и главный бухгалтер Одинцовского коммунального хозяйства и благоустройства Нина Цыбина. 8 жителей нашего района получили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и безупречную работу в профсоюзе. Также награды за активное взаимодействие с профсоюзными организациями получили главы городских и сельских поселений Заречья, Успенского, Кубинки, Чистовского, Новоивановского, Захаровского и Жаворонковского. Мила Тарасевич, Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».